стартуют те ребята, которые попали в полуфинал последние. И, соответственно, в крайне на трассе полуфинал выйдут сильнейшие спортсмены, но сильнейшие на вчерашний день по результатам квалификации. И зрители могут поддержать Олега. Да. Вот. Подготовщик сказал, слишком легкая трасса, огорчился. Вышел Василий Козлов из Красноярского края. Одно из колыбелей российского скалолазания. Там и больше 100 лет назад уже оно развелось и успешно среди местных и не местных жителей развивается все больше и больше. Что же, знаменитая трасса номер 4. Еще не хватило для того, чтобы выступить удачнее.
много не бывает. Или мы ее не хотим. Максимально сильно? Да, вот так. Что нужно делать для того, чтобы набрать это после вами? В первую очередь, сегодня ее набрать. Как Кирилл Диакона.
что должны тебя чувствовать все остальные участники соревнований? Усталость. Так, у нас еще раз напоминаю. Полуфинал. Соревнования. Чемпионат России по полу в дисциплине. Давай! Аплодисменты Вадиму. Большое ему спасибо за то, что он сделал для нас, за то, что показал все, на что способен. И продолжим.
Что же, уважаемые дамы и господа, ну, собственно, заключительный участник вышел на старт полуфиналов, а вы так и не разогрелись. В чем вина? Я, наверное, в чем-то виноват. Может быть, все-таки поддержим наших спортсменов? Посмотрите, все четверо сейчас находятся на трассе. Осталась одна минута. Пытался сделать что-то невероятное. Трасса номер 3. Спасибо, Дмитрий. То есть ты не знаешь, когда это состоится?
если я не ошибаюсь, 24-25 августа город Мюнхен, Германия. Третий прямой мальчик. На сайте Международной федерации Клаузни каждый кубок. Приготовиться к переходу. Приветствуем заключительного участника полуфинала Григория Шевченко.